Но подробности своей личной жизни всегда держала в секрете. Кто подарил квартиру? Был у меня возлюбленный. Я не могу назвать его имени, дабы это не только мой секрет. И, конечно, он же не свободен. Он не свободен. Ну, раз по душам. Он не свободен, есть и был. И наши отношения продолжались года три, наверное. Он был очень щедрый, я безумно его любила. И интересно то, что где-то за полгода до встречи с ним у меня был такой запрос. Вот бы встретить мужчину, который будет очень богат. Что я же только-только из простой девчонки, которой не на что было платить за квартиру, стала, во-первых, зарабатывать кое-что. Но я понимала, что мне нужна красивая квартира. Я хотела большую квартиру, машину. Понимала, что мне еще лет 100 самой такое зарабатывать. И мне ровно такой мужчина встретился. Где ты его встретила? На гастролях. Мы выступали для их компании. Один раз мы выступили, второй раз мы выступили. Видимо, человек положил на меня глаз, и мы стали все чаще приезжать и выступать. Он еще живет в другой стране. Просто встречались или жили вместе? Просто встречались. Мы никак не могли жить вместе. Сначала наши встречи были раз в месяц, потом в полтора, потом в два, потом в три. Вот с ним я была ровно, вот просто как нежный цветочек. Да, как скажешь, конечно. Он мне, помню, сказал: малыш, у тебя искривленный позвоночник, тебе бы йога заняться. И вот с его легкой руки, лет 14 назад это было, или 13, я йогой занималась. С тех пор мужчины приходят и уходят, а йога остается навсегда. И в какое время он тебе подарил квартиру? Года полтора, наверное. Счастлива была? Очень. Я так была благодарна. И да. Ну, сначала были украшения, бриллианты, там что-то. Мне это нравится, классно, любишь. Кто ж их не любит? Сначала были вот какие-то цацочки, потом машина. Машина была дорогущая, прекрасная, спортивная, какая-то такая прям вау, новая, вот только-только вышла. Я такая же была хорошая, вся девочка перед ним. Я говорю: не против ли ты, если я эту машину продам и куплю себе более практичную машину, джип, и на оставшиеся деньги я родителям помогу, там есть определенная ситуация. Он говорит: поступай как знаешь, это твоя машина. И он из тех мужчин, которые никогда ни при каких обстоятельствах не скажет: ты неблагодарная ему, коза, я тебе дарил, или верни обратно. Никогда не хотела увести его из семьи? Никогда. Потому что я слишком его уважала и любила, и слишком уважала его положение, его обстоятельства, там и дети были. Мне даже в мыслях этого не было, не то чтобы в каких-то словах или действиях. Ну, а он гулял себе, гулял. Там помимо меня были другие женщины, как выяснилось. А жена знала вот о нем, о его вот такой любвеобильности или страсти к тебе, скажем? Я полагаю, да. Мои родители, зная о моих отношениях, мама, по-моему, говорит: а что, если его жена узнает и закажет тебя? Я говорю: ну, как уж не закажет? Ну, умру такой храброй смертью. А, кроме шуток, полагаю, она знала. Мы никогда не пересекались. Ну, конечно же, это понятное дело, что мужчина, имеющий столько денег, такую власть, он... Но часто утверждается, самоутверждается вот такими вещами. Сейчас я не считаю это проявлением большого мужества или мудрости, или еще каких-то других достойных уважений качеств. Но тем не менее у меня то уважение к нему и благодарность никак не умаляются, и все остается. Родители твои тоже знали об этом? Знали. Романе. Мама больше всех переживала. Хотя папа спокойно относился к этой ситуации. Они видели, как я люблю его. У тебя не было мысли родителям ребенка, например? Была. И ровно в тот период времени, когда мы обсуждали это, поскольку он мусульманин, и я мусульманка по происхождению, мы даже думали про никах, есть такое понятие, когда, в принципе, у его отца 2-3 жены, у там, отца его... То есть какая-то... Это да. У нас в Кабардино-Балкарии это не очень принято, а в его народе, в арабских странах, это совершенно распространено. Ты на тот момент была так влюблена, что готова была на это согласиться? Да. То есть сойти Казанова в горе. Господин назвал меня любимой женой. Да.
А расстались почему? Одно дело догадываться или видеть, когда самолетами к нему прилетает модельное агентство. А, вот так даже было? Да. А другое, когда я узнала, что у него другая женщина, ну, в народе это называется любовница, которая родила ему ребенка. И об этом я узнала из интернетовских источников, прям вот так. И это меня очень ранило. И я помню, слово предательство, наверное, подходящее было в этом случае. Это было так болезненно. Я помню, я прилетела последний раз к нему. И интересно то, что он не вспомнил, видимо, убрать со стола газету, на которой как раз эта статейка, которая в интернете мне попалась, о том, что вот такой-то, такой-то тайно стал отцом ребенка такой-то, такой-то. Я, по-моему, догадываюсь. Ты-то догадываешь, ты его знаешь, и ее наверняка. Да. А я так его любила и так трепетала перед ним, что я даже не находила в себе мужества сказать, слышь, там, закатить истерику. Вот сейчас бы я закатила с битьем всей фигни, которая там находится в этой его дорогой комнате. И я так говорю, это правда? Он говорит, ну, малыш, ты знаешь, там люди такие... подлые, да-да-да, и убрал газету. Мы коллеги и все такое прочее. Мне было все понятно, что он даже не хотел ему мужества ни признаться, ни попросить прощения. То есть для меня, ну, мне сломалось что-то. Давай посмотрим сюжет. Сердце Сати Казановой разбилось после этой статьи. В ней было озвучено и имя ее любовника, казахский бизнесмен Тимур Кулибаев. Ему 51 год, женат, трое детей. И состояние 3 миллиарда долларов. В прессе указывалось, и кто стал соперницей Сати Казановой. Дорогу певицы перешла светская львица Гога Ашкенази. Гога на 2 года старше Сати. Родилась в Казахстане, живет в Лондоне. Поклонники сравнивали двух любовниц одного олигарха. И находили немало общего. Обе изящные брюнетки, любят красивую жизнь. Но Гога, в отличие от Сати, первой успела родить своему возлюбленному ребенка. Однажды он облажался. На 8 марта мне подарил ровно такой же комплект очень дорогих брендовых украшений, которые мне дарил на Новый год. То же самое? То же самое. Почему? Видать, занималась этим какая-то секретарша или кто-то. Кто-то не уследил, что мне уже такой же. Наверное, у него были сложные готовые комплекты на случай. Я не знаю. Не уследили, и ровно то же самое. И тут у меня так... Я говорю, спасибо большое за подарок, но у меня есть такой же. А как есть такой же? Я говорю, да, на Новый год я получала такой же. Но спасибо, он мне нравится, я принимаю. А он? Ну, может, я помню, я говорю, нет, спасибо, просто будь внимательнее в следующий раз, пожалуйста. Я говорю, ты хотя бы фотографируй, чтобы знать, что даришь. Помнить. Что, не обидно было? Было.